Альцгеймер, Альцгеймер, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел. Ах, да. Хорошая новость. В рейтинге самых жалких зрелищ приветствия КВН наконец-то поднялись выше приветствий ветеранов КСП. Алаизий! Вспомнил имя Альцгеймера Тимур Буздыгар. Буздыгар! Вспомнили фамилию Тимки его друзья апельсины. На сцене творческая артель «Напрасный труд». Группа апельсины «Куста Калужский». Бессмысленный напрасный труд. Уже награда. Ведь за него не заберут, куда не надо. Разливайся, песня, шире. Мир наполнен чепухой. 3-4, 3-4. 3-4, черт глухой. Застыл в ожидании зрительный зал. Бежит за минутой минута. И кто бы из публики нам подсказал, а фиг ли мы делаем тут-то? А мы поем себе не под фанеру. У нас начинка есть и кожура. И в 6 утра мы за царя, за родину, за веру. Вам грянем громкое ура, ура, ура. За то, что апельсины без царя в голове. Мы грянем громкое ура, ура, ура. Как вы все уже догадались, наша артель «Напрасный труд» творчески переработала памятник древнерусской литературы «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Итак, литературно-музыкальная фантазия «Хождение на три буквы». А я иду, мне очень хорошо, я почти уже трава. И ни при чем здесь порошок, таблетки и трава. Я знаю, что кого-то угощу, пока не знаю чем. А если я внезапно загрущу, под снегом я фиалку отыщу. Понюхаю и съем, понюхаю и съем. Где апельсины, там всегда живая фантазия. Ну да, всегда живая, но не очень здоровая. Кто глубокий, руки шире, в кладовой пылятся гири. Дай-ка что ли подниму для бодрости. Ну-ка руки опусти, больше грамма 30. Поднимать опасно в нашем возрасте. Кто куда, а наши дети, чуть чего, айда в соцсети. Про зарядку поищу в ТикТоке я. Света пройденный этап занесет тебя в порнхаб. Все болит, но мы не одинокие. Друг физрук и друг философ накидали мне вопросов и пришли к единой точке зрения. Типа я по жизни лох. Соберись и сделай вдох, вдох глубокий. Да остервенее не я. Задолбали пустомели лолка. Где мои гантели? Публика! Держите его! Семеро! Так, стоп, стоп, стоп! Быстро вышли из образа. Горячие, трезвые парни. Это мы для тебя горячие, трезвые парни. А для истории мы пьяные мужики. После 15-летней паузы на Калужском слете вновь хроники человечества. Или «Однажды пьяные мужики». Однажды пьяные мужики нашли в лесу укулеле.
и так удивились, что это слово пошло в народ. Однажды пьяные мужики спрятали заначку на утро, а куда именно, написали на бумажке. Ну, прочитать они ее не смогли, но выбрасывать не стали. Так родилась криптовалюта. Однажды пьяные мужики придумали загадку. За рулем жена, на переднем сидении пьяный муж. Кто он для нее? Ответ. Помеха справа. Однажды пьяные мужики заметили, что в пьяных спорах путают ЛГБТ и ЛДПР. И закодировали себя от этой ошибки. Не помогло! Однажды пьяные мужики хлебнули с пьяну горячего молока. Так родилась поговорка. Ожегшись на молоке, дуют водку! Однажды пьяные мужики заметили, что их дети охотно участвуют в их пьяных спорах. А в свои пьяные поры их не пускают. Однажды пьяные мужики решили подвести итог. Ударились в воспоминания и хвастовство, но пришли жены с аптечкой. Так родились стихи. Эпиграф. На дворе трава, на траве в дрова. Бывали кутежи, бывали пьянки. Кураж притих, и в дружеском кругу спиртное пьется вместо валерьянки, а то и корвалола иногда, вместо того, чтобы нести пургу и, выпучив глаза, смирять одышку. Неважно, кто себе позволит лишку, а важно, что спохватится. Года. Ну да, года. Какие наши годы? Такие, что кранты невдалеке. Мы были при зубах и без бороды, и, может, сдохнем с рюмочкой в руке. Опыт работы с женщиной велит мне заявить, это был припадок адекватного нарциссизма, а сейчас припадок ностальгии. Не стоим еще одной ногой в могиле, не истребили мы в себе здоровый дух. Мы друг за другом трех генсеков проводили и пережили президентов целых двух. Еще немного, еще чуть-чуть, а там хоть в гроб, хоть в Антарктиду. А я скучаю по Ильичу, по Ильичу, по Леониду. А я скучаю по Ильичу, по Ильичу, по Леониду. Стоп, достаточно. Хорошего понемножку. Опыт работы с женщиной говорит мне, что пора и честь знать. И рукоплещет восхищенный зал. Ах, да. 4 июля 1975 года, в день моего 17-летия, из телевизоров СССР впервые прозвучала песня, которой через год стукнет 100. Мы нагло взяли ее мотив. И немного текста. Чего уж там. Финальная песня исполняется впервые. Кругом то золотуха, то склероз. И мир чудит, как малое дитя. И все, что мы придумали всерьез, сегодня было сыграно шутя.
И в этом артистический секрет. И рукоплещет восхищенный зал, и публика легко прощает бред за то, что ты смешно его сказал. А апельсины, апельсины могут быть смешны для всех. Для апельсинов, апельсинов есть одна награда – смех. Все! Все, да ну же все! У Пугачевой, она, к слову, на 9 лет старше меня, так вот, у Пугачевой и Орликина свои юбилеи, она у нас свои. Творческая артель, напрасный труд, завершает свое приветствие песней, сделанной 20 лет назад. В этом нашем тесном мире, трезвый ты или бухой, жизнь прекрасна. 3-4. 3-4! Черт глухой! Мы себе давали слово, ничего кроме простого с этой сцены больше не нести. Обещали мы и снова нарушаем это слово. Дорогая публика, прости. Подпевай, страна, в огороде Бузина. У папа была коза, давайте выпьем за. Трактор тыр, 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 это значит мы за мир. И важнейшим из искусств всегда калужский куст. Эта песня непростая, в ней скорлупка золотая. Я дрочист, дрочистый изумруд. Эту песню отходную я пою и усмирую, в ней искать мораль напрасный труд. Во дворе трава, сердце родины Москва, чтобы нам еще сказать тебе, Калуга, мать. Ты простана, словно русский алфавит, а б, в, г, д, ее, ты золото мое. Let it be, страна, в огороде Бузина, у папа была коза, давайте выпьем за. Трактор тыр, 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 это значит мы за мир, и важнейшим из искусств всегда калужский куст. А в БГД ее ты золото.